Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 14 на странице 15 рабочей тетради по математике для 4 класса автора Моро. Во сколько раз площадь прямоугольника со сторонами 9 см и 4 см больше, чем площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 2 см? Давайте мы сначала найдем площадь прямоугольника со сторонами 9 см и 4 см. Для этого нужно 9 умножить на 4. Получится 36 сантиметров квадратных площадь первого прямоугольника. Узнаем площадь второго прямоугольника. Для этого 6 умножим на 2. Получится 12 сантиметров квадратных. Ну а теперь мы узнаем, во сколько раз площадь первого прямоугольника больше, чем площадь второго. Для этого площадь большего 36 разделим на площадь меньшего на 12. Получится в 3 раза. Три раза площадь первого прямоугольника больше, чем площадь второго прямоугольника. Пишем ответ в 3 раза. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под